После сильнейшего за 120 лет наводнения Сербии угрожают новые природные катаклизмы. В стране зафиксировали около 1000 оползней. Один из них почти полностью разрушил стоявшую на холме деревню Рибель в 120 километрах от Белграда. Десятки домов превратились в груды обломков. Огороды и пахотные земли отнесло на сотни метров от их первоначального положения. Изменили свое направление местные ручьи и реки, в них сползли целые леса. Местные жители попытались ликвидировать последствия самостоятельно, но без помощи государства им явно не обойтись. «Мы не можем переправиться на ту сторону реки. Мы окружены водой и оползнями», — рассказывает 76-летний местный житель. «Раньше такого никогда не случалось. Там, за холмом, в реку сползло полдеревни. Здесь больше нет жизни», — говорит другой обитатель деревни. «Но нам приходится продолжать в том же духе. Не знаю, куда мне идти». Местные жители называют оползень катастрофой. Многие из них остались без крыши над головой. Деревни разом опустело. Кто-то уехал пожить к родственникам, кто-то ушел в соседние деревни. Однако и там сохраняется угроза оползней. В городе Мализворник, в 60 километрах от разрушенной деревни, в зоне риска находится около 160 домов. Но местные власти приняли решение не эвакуировать жителей. Метеорологи прогнозируют продолжение дождей на выходных. На малых реках сохраняется угроза наводнения. В соседней Боснии и Герцеговине также произошло уже около 1200 оползней, разрушивших дороги и целые деревни.